Добрый вечер, дамы и господа. Я очень рад быть здесь, вместе со всеми вами и вместе с этими великолепными музыкантами. Я уверен, что многие из вас уже знают их. И для наших новых друзей я скоро назову их имена. И сегодняшний концерт, сегодняшний праздничный концерт посвящен Булату Куджаве. Это автор песен и поэт, который мне очень нравится, очень близок. И несмотря на это, мы открыли этот сет моей авторской композиции. И эта тема называется... Оно имеет двойное название. Первое название называется «Гуарачан де Москву». Это такой кубинский сленг, который значит «веселиться в Москве» или «хорошо проводить время в Москве», что-то типа того. И я написал его после одной поездки с моим очень хорошим другом. И второе название этой песни «Козлов Second Line». Значит, Second Line — это такой стиль, который приходит из Нового Орлеанса, из праздника Mardi Gras. Ну, это такой характерный ритм, который мы только что сейчас исполнили. И чуть позже я, может, даже не стоит называть песни, которые мы будем играть, наверняка все вы их очень хорошо знаете. И пожелать вам очень приятного вечера и доброй ночи. Спасибо. Thank you.
суд, нарисуйте наши судьбы, нашу зиму, наше лето и весну. Ничего, что мы чужие, вы рисуйте, я потом, что непонятно, объясню. Ничего, что мы чужие, вы рисуйте, я потом, что непонятно, объясню. Thank you.
могу не представить Евгения Лебедева. Макар Новиков. Игнат Кравцов. Это была одна из моих любимых песен Булата Куджавы, это называется «По Смоленской дороге». И сейчас мы сыграем мою оригинальную композицию, и эта тема называется «Pequeño que». На самом деле я долго думал, как перевести его на русский язык, и в итоге я сдался. Надеюсь, вам понравится «Pequeño que». Thank you.
чего
encontrar más amor. Pagai e chocolate. Сейчас мы сыграем ее оригинальную композицию. И эта тема называется Персефоне. Персефона по-русски. Жене она очень нравится, она уже улыбается. Thank you.
На самом деле, такая достаточно интересная затея — аранжировать песню Окуджавы. Надеюсь, что вам нравится. Спасибо большое. На самом деле, когда я выбирал песни, которые которые впоследствии я аранжировал, я старался в первую очередь руководствоваться теми песнями, которые когда-то я слышал, может быть, в детстве, теми песнями, которые я когда-то, может быть, под гитару играл. И когда я поступал в училище имени Гнесиных уже много лет назад, на самом деле, хотя все это относительно, на экзамене литературы мне почему-то попался билет Окуджавы. Все это неспроста. И оказалось, что эта учительница литературы тоже был любимый поэт именно он. Как-то вот с того момента все это началось. И сейчас мы сыграем такую песню о военном периоде. Она называется «Надежда и маленький оркестрик». Это песня о музыкантах, которые, несмотря ни на что, продолжают играть. И мне очень радостно играть ее именно в этом составе. Надеюсь, она вам тоже понравится. Это версия, конечно же. Спасибо. Thank you.
Новиков. Макар Новиков. Игнат Кравцов. На самом деле мы так медленно, наверное, приближаемся к концу нашего концерта. И это песня, которая называется «Последний троллейбус». Почти никто на троллейбусах не едет, наверное. Они все еще там, да? Когда мы не можем пересилить беду, когда подступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу последний случайный. Последний троллейбус по улице мчит, кружит по бульварам кружение, чтоб всех подобрать потерпевших в ночи крушение. Последний троллейбус не дверь отворит, я знаю, как взятую полночь. Твои пассажиры, матросы твои, приходят на помощь. Твои пассажиры, матросы твои, приходят на помощь. Thank you.
река затихает, и боль, что сворчонка на виске, стихает, стихает, и боль, что сворчонка стучала на виске, стихает. Спасибо, что... Спасибо всем вам за то, что вы сегодня с нами. Спасибо клубу за этот прием. Спасибо Арайку. И здесь очень много дорогих для меня людей. Моя семья. Александр Викторович. Самую главную песенку. Самая главная